И всем привет, ребята! Вы на канале Катя Тупсон, и я, Даня и Сеня. И сегодня мы опять будем проходить тесты. Мы уже снимали видео, где мы проходили тест. Какое видео на канале Катя Туп самое лучшее? Ну, получились не очень такие ожидаемые результаты. Но мы сейчас решили еще сделать несколько тестов. Я сделала 4 теста. Самое необычное видео на канале Кататуб. Это какое? У нас такое есть? Самое необычное видео, это типа, что вообще не могло быть. То есть магическое или что-нибудь в этом роде. Например, как портал. Да, типа какой-нибудь портал появился. Вот это же не могло быть чисто лично. Это необычное видео. Следующий тест, это самое затягивающее видео. Это какое? Это которое ты вот так как будто бы смотришь и не можешь оторваться? Ну, типа того. Ну, знаешь, есть такие видео, типа, ты смотришь, и ты такой, ну, надоело уже, скучно. Ничего делать. Ну, интересно вообще. А есть, который ты прям сидишь такой, и хочется продолжения. О. А мужик сидит. Как? Ладно. Что-то мы отвлекаемся слегка. Смотрели в окно, увидели мужика на балконе. Ничего, нормально. Так, а следующий тест – это самое смешное видео на канале Кататуб. Но я думаю, ты тут не будешь спрашивать, что это значит. Это что? Это значит, что смешно? Но у нас таких почти нет. Ну, нет, я просто мемы перестала добавлять, из-за этого не смешно. Напишите комментарий, добавлять мемы или нет. Я просто не знаю. Ты перестала добавлять им? Добавляй. Добавляй. Так. Самое смешное, мне кажется, это будет, где Соня с Ритой готовили. Я туда много мемов засунула. Так. Давай самое затягивай. Нет, подожди, еще четвертое. Самое масштабное видео. Это, то есть, ну, я хотела сначала это назвать самое сложное видео именно по съемке. То есть, я не знаю, помнишь? Не знаю, допустим, по монтажу самое сложное. Вот это про меня я сейчас буду, если по монтажу говорить, то это я буду говорить. Самое что, я не знаю, знаешь ты или нет, и знали ли вы, что видео пробрались в картонный дом духа, мы снимали 10 часов. 10. Парились там в это, перестраивали там все. Это тоже гелик, помнишь? Да, я потом попросила вас его купить за 100 рублей. 200, да, 200. Да, вот такие мы бизнесмены. Так, наш тест. Вот кто-то из канала Кататуб потом уже можно будет пройти, но это будет в следующем ролике. Я сделаю, ну, если вы хотите, конечно, я сделаю тест. Насколько хорошо мы знаем канал Кататуб, и Арсений будет его проходить. Потому а что, почему я? Почему? Потому что я его создаю, и у меня там просто, вот я даже как, я не могу придумать вопрос, на который я не знаю ответ. Ну что, давай, какое ты хочешь? Давай вот это, я хочу вот это. Самое смешное? Да. Нет, самое затягивающее. Самое затягивающее? Нет, давай самое необычное сначала. Ну, самое затягивающее. Ну ладно, давай, самое затягивающее видео на канале Кататуб. Я думала, что где-то всего там... тут по 32 видео, потому что если тут будет 128 видео, вот как тогда, это будет вообще очень долго, просто. Вам будет приятно уже смотреть 4 часа. Думаю, все устанут, поэтому я сделал поменьше, самые вероятные претенденты на победу. Я их взял. Ну, 64. Самые затягивающие, да? На нас упал метеорит или экстремальные прятки с котом. Вот что ты больше... Больше тебе, не то, что тебе больше понравилось, то, что тут есть Гучеран, а то, что, то есть ты смотрела такую. Интересно, что будет дальше? Я вот так. Ты думаешь, вот мне с которым понравилось, потому что я так и не смог объяснить, как выигрывать. То есть я сказала, типа, 15 тысяч так, я сам не понял вот эту систему, которую мы придумали, и не мог ее объяснить, мне это не понравилось. Смотри, как Соня прикольно прилепила за куст. И Гуччи такой, ничего. Это не Гуччи. Ну, похоже. Это фотка из интернета. Ну, похоже. Гуччи там где-то в ванне сидит. Вот. Смотри, как будто на нас упал метеорит. Микроша почти не осталось. Вот у меня не получилось это...
насчет монтажа, у меня просто залагал редактор. И мне пришлось переделывать, и не получилось сделать красиво. Это просто вот так вот взрыв, который движется вместе с... Это получилось не очень круто. Ну ладно, нормально. Это точно был метеорит? Подожди, не трогай. Что это? Давайте мы будем это трогать. Подожди. Если честно, практика, то мне очень понравились. Мы так просто, Сеня, ты помни, мы с Гучком ходили очень долго. Это было как-то сложно. Ладно, давайте, это потому что я тебя не слушала, я просто такой. Заглядно затянула. Я даже тебя не понял, что ты говоришь. Надо уметь так говорить. 24 шалаши или хагивали? Мне кажется, 24 часа шалаши, вот ты свое мнение выскажи с объяснением. А тоже? Ну тогда единогласно. Ну, хочу объяснить, потому что хаги-ваги мы там просто ходили и пытались друг другу что-то доказать. В принципе, такого ничего не было интересного, заманивающего. 24 часа в шалаше – это у меня одно из самых любимых видео. Дед. Увидели призрак, и Даня стал дедушкой. Ну, дедушка. Ну, блин, это, конечно, а что? Я не помню, что за видео с призраком. Я только помню в конце. Там вот какая-то штука. В начале. Я не помню, что... Кстати, не очень. На самом деле видео это нормально, мне не нравится. Мне почему-то не нравилось, пока я сейчас не начну смотреть. Надо пересмотреть все летние видео. Да, не, она такая посмотрела в окно, такая, о, уже утро. Да, разные часы. Достал. Ну, блин, свет уже достал, мигает все время. Не видно на камере, но у нас там лампа, я не знаю почему, она просто мигает. Она уже, до нашего, она уже, когда мы приехали, она уже мигала. Так, ну что, увидели призрака тогда, да? Да. Ладно, 24 часа на гараже или экстремальное ограбление Арсения? Порану. Мне кажется, на гараже я не очень помню. Я тоже. О, блин, такой пляжный. О, блин, эти видео прямо рядом, то есть сначала вышла двойник, а потом Даня видит будущее. И мне оба они нравятся, я не знаю просто, вот пусть Арсений берет. Мне кажется, Даня видит будущее более затягивающий, потому что у человека есть такой принцип, он точно пытается повторить за другим всегда. То есть, допустим, вот тут. Что это? Что это? Я это не видел. Я тоже. Я не помню такого. А, помню я это дело, да. Помню. Это на самом деле Соня говорила. Как? Сначала говорила Соня. Ой, что у меня это найти? Нельзя смотреть, да? Какой-то полосы с дружбой. Человек как бы повторяет все время за другим. То есть я вот так вот стоял. И человек тоже хочет сделать. То есть тоже хочется смотреть вот так. Давай за это, да. Так, пробрали заброшенную картонную больницу, 24 часа нарушили. Я думаю, картонная больница. Полностью с тобой согласен. Лево, да? Так. Там грит такой. Так, попыт или заброшенная больница? Попыт. Попыт. Будущее? Лево. Нет, будущее. Лево. Сень, тогда ж ты, теперь я давай. Нет, правда.
Раз, два, три. Кашка, кашка. Нехороший человек. Это. Нет, ты что, право, право. Мы вчера с этим спорили. Раз, два, три. Все. Есть. Раз, два, три. Да все уже. Да ты тоже так делал. Все уже. Пауза сейчас, чтобы не терять. Пауза. Да? Не терять. Пауза. Нормально. Пауза. Нет, ну пауза. Пауза. Раз, два, три. Блин. Кто-то постоянно перестает хлопать пупыт или самый худший день сегодня? Пупыт? Сеня. Нет, самый худший день сегодня. Нет, пупыт. Ну ладно. Нет, пупыт. Финал. Пауза, челлендж или самый худший день Сени? Чего? Я такого не ждал. Я думал, тут будут еще другие видео. Какие? Вот честно твое мнение. Давай, я за паузу, ты за день Сени. Нет, пауза. За паузу я за Сени. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Пауза? Да. Так, сейчас посмотрим, какие тут это у нас самые затягивающие и самые не затягивающие просто. Первая пауза. Да, второе, самый худший день Сени. Третье, стали шпионами. Четвертое, попыт. Пятое, метеорит. Шестое, типы учеников. Седьмое, будущее. Восьмое. А последнее? Последнее, это пранк у своего друга. Да что, в смысле? Это очень интересное видео. А это что? Я не знаю, что это за видео. Даня стал лунатиком, это было видео. Лунатик. Да что, в смысле? Ты сам себя перелунатил. За что? Это же, почему она так показала его? Я не понял. Я обиделся. Так, давайте теперь самое необычное видео. Так, самое необычное. Поменялись телами или картонный дом? Картонный дом. Нет, самое необычное надо. Не то, что тебе больше нравится, самое необычное, то, что вообще не могло у тебя быть. Я Соня. Ну вот это. Я Соня. Сама ты Соня. Самый худший день Сени, но это вполне могло быть. Но дух какой-то в доме запер, это не могло быть. Да. Нас заперли страшно в гараже или мошенники? Так это все могло быть. Могло, но что больше не могло быть? Нет. А это что? Короче, тогда я не стал лунатиком. Да? Угу. Ну, лунатик. Нет, лунатик может быть, поэтому это. Гипнотизер может быть, поэтому ограблением не стали грабить банк, наверное, да? 24 часа в картонной комнате, вполне может быть. Хэллоуин или что, пошло все не по плану, но это не так. Что-то очень странно. А что там произошло? Так, секретная лаборатория или спасите страшного дома? Лаборатория. Угу. Лаборатория. Очень странно, как наверное. Вот лунатик. А там что тогда было? Я не знаю. Блин. Прикинь, там будут эти твои. Твое самое любимое или мое? Нет, не мое. Ну, лунатик вполне может быть. Ну, сумасшедший за мной находится. Это не очень, да? Ну, понятно это. Да. Ну, кошка? Не кошка. Вот это. Это последнее. Знаю. Метеорит или кошка? Кошка. Кошку добавляешь? Да. Так. Интересно, что у нас последнее? Блин, мы его любимое видео почти не показывали. А, так, наверное, это оно и было чёрным. Я тут при чем? Подожди, Даня видит будущее вроде него. Я это добавляла. 105. Это что? Даня видит будущее. Чего следовало ожидать. Тут еще одно должно быть. На нас напал Хаги Ваги.
Все с нами. А, я твое, значит, не добавляется, да? Ну, тут ничего не будет. Прилетишь в кошку. Первое место нас упал метеорит. Это второе место, аниматроник. Третье. Четвертое превратилось в это. В принципе, все логично. А куда ходит? Ну, так ведь будущее тоже вполне странно. Так. Так. Что теперь? Самое масштабное или самое смешное? Масштабы. Самое масштабное. Так, какой самый масштабный? Классический. Вы тоже можете это пройти, я уже говорила, на сайте Пикуко. Пикуко, да. Так называется. Заходите туда, вводите, например, лучшее видео на канале Кататуб или самое масштабное видео на канале Кататуб. Только Кататуб надо писать английскими буквами, чтобы оно нашло. Или просто набирать самое лучшее видео, и там выбирают там другие каналы, и Кататуб тоже есть. Так, самый масштабный Хэллоуин. А, тут две части подряд. Подожди. Какой самый масштабный был? Это нам надо было на даче снимать. А тут. Еще один такой. Только там. Ну это смешнее. Ну это, видимо, смешный, который будет нормально. Надо запомнить, все пошло на план, вторая часть. Че там было? Это ты был. Где? Ну, Хагиваги, или коробка. Да, Хагиваги, мы в лесу там ходили. Короче, рассказываю историю. Не знаю, видели вы видео Хагиваги или нет. Мы, короче, идем там, думаю, где концовку подснять. Идем, и вдруг тупо на дороге лежит красный шарик. Такие, блин, искали Хагиваги, а нашли оно. Чего? Нет. Почему? Ну, там же коробка. И что? И то, там было сложно все перестраивать. Я не понимаю, вот он вообще непонятный человек. Он сначала говорил, что кто лучше приготовит в этом видео, там вообще ничего не надо. Типа, ну, блин, что там, что это такое? Причем он тут вообще... Теперь за него хочет продаться. Давай это, да? Нет. А что? Ну, не хочу. Почему? Просто. Ну, всем нужно основание. Если нет основания, тогда за мной голосу. Потому что мне это. Что это? Ну, оно масштабное. Чем? Сей, ну вообще коробку. Ты не просто и не строил коробку, не знаешь, что это значит. Нет. Чего? В Нигерии попадали. Ну, это было тогда, очень давно. Так, 24 часа в лесу или в картонной комнате? Картошка. Даня Лунатик было не очень сложно, поэтому вот это вот. Наука. Хотя Даня Лунатик нам надо было в 11 часов вечера выходить на улицу, там нифига не видно вообще. Так стрёмно еще было. Так, нашли двойника Соня или Хэллоуин. Ну, Хэллоуин, думаю, да? Дуник. Или нашли Веника? Веника. Ладно, забыли его. Стиралка. Так, 24 часа в картонной комнате. Да, я там прямо очень сильно вымотался потом за него. Ну, да, это лучка, да, ну, картонное видео выходит. Ну... Залая. Не, заучка. Нет, нет, я думаю, правая. Я думаю, почему? Там, не знаю, просто мне там больше понравилось. Карен, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три.
Левая. Я буду только за левую. Ну ладно, да, картонные были очень сложно, поэтому я их заняла. Интересно, какое твое самое любимое? Это какое? Так, тип учеников первое место, смотри, слежка второе, тип учителей третье место, четвертое, 24 часа в картонной комнате. Так, ну... А где твоя любимая? У меня нет любимого, я не знаю, как его... Побег из картонной тюрьмы на последнем месте, это какой-то бред. Какой-то бред, картонный друг друга 27-е. Ну, это как-то не очень. Ну ладно, нормально. Самое смешное сейчас это будет достаточно сложно решать, я думаю. Погнали. Я уже устала. Можно я тогда принесу? Он не понимает настроение. Давай. Чи. Чи. Пока что сделаем первый выбор. Самое смешное, что слежка была с учителем. Так, ну, кто лучше приготовит, конечно, смешнее. Ну да, нет. Ладно, все, иди. Я не буду угадать. Прокур своего друга лучше. Пусть не перестанет никуда побыть смешнее. Стал лунатиком. Как крик вкус. Да, да, ну не выбирайся. Да. Все нормально. Нет. Я особо не выбирал, там не было твоих видео. Я не чувствую, на это я не чувствую, а дверь не хлопнула. Ну, вон, котобус тебе поможет. Давай, ты сейчас тогда выбирай. Сколько ты раз выбирал? Ну, все, ну, выбирал, как ты согласен. Ты был согласен, я уверен. Ну, за шпионов я бы был. Там не было шпионов. Там были шпионы или вот это вот непонятное видео какое-то? Ну, пусти, видишь, мне не нравится. Котобус. Да, теперь я буду выбирать. Давай, два видео ты выбираешь. Четыре. Три. Ну ладно. Самое смешное какое? Подожди, я только обсуждаю, но слева смешнее. Да почему? Двойник, ну, право смешнее. Да. Ну, пауза смешнее. Ты чё? Всё, Сеня, теперь всё. Ну, ты чё? Ладно, ладно, все. Стань. Шаг назад надо. Нет. Куча раз. Я сказал. Шаги. Нет. Нет. Сень, все нормально, все. Шаг. Давай решим, что нужно за бумагой, а сделаем шаг назад три. Нет. Сделаем все шаги назад три. Тогда согласен. Нет. Значит, да, она же будет. Арсений, ну отстань, все. Да, да. Нет. Иди с Бочарона посиди. Это нечестно. Сеня, ты устала. Иди посиди с каком. Я не стал с дедушком, дедушкой смешной. На балконе там прям было смешно. Метеорит или стопа? Метеорит смешнее. Пирог в лицо или кто последний засмеется? Ну, кто последний засмеется, это логичнее. Заучка или злая учительница? Заучка. А почему так попалась? Типа учеников или типа учителей? Заучка. Ну да, там было Соня смешно. Так, опять. Или, ну да. Да отпусти ты кота, ему не нравится с тобой жить. Ты сам сказал. Кто лучше приготовить смешнее? Пауза смешнее. Что фотки это? Смешнее. Пранки смешнее. Эй, кот хочет выйти, отпусти его. На балконе смешнее. Шпионы, как был шпион? Ну ладно. Как открыть кафе смешнее? А слежка или покушать смешнее? Так, ну, приготовить можно смешнее. Можно ничего не били? Вот. Ну давай, почему бери. Нет. Почему? Ну, блин. Ему не нравится, он не хочет выбирать. Ну, так и ну. Какой бы хорошо купить. Я хочу показать видео на балконе. Вы пересмотрите, конечно, там много смешного. Да, всем привет, ребята, вы на канале. Влад, просим, нет, Паша. Типа учеников или пауза? Типа учеников. А, куда я перешла? Я не подключаю кучу. Так, типа учеников. Как-то лучше приготовить смешнее. Да, у меня оружие. Я там на стрельках. Типа учеников.
и никто лучше приготовить суши. Да, там на других кто-то себе надвигает. Отпусти его. Нет. Это будешь. Ну, смотри, как круто. Смотри, какие крутые результаты, да. На втором моя самая любимая, типа ученику. На первом кто лучше приготовить? Я не знаю, может, кого-то другое мнение, но это чисто мое мнение. Кот, тебе обязательно было хвост на экран класть? Нет? Молодец. Что, ты меня выталкиваешь, да? Да, и можешь мне этот тест найти? Ну, потом. Так, ты лучше приготовить первое место, второе, типа ученику. Кот, да перестань толкаться. По последнему перестань попу третье, четвертое, балкон. Пятое – старые фотки, шестое – получаешь, седьмое – открыть кокос, восьмое – прокус своего друга, девятое – дань с лунатиком, десятое – у нас упал метеорит. Последнее – типа учителей, чё? Упала в тюрьму, 31-е, четвертое. Я опять куда-то перешёл. А, всё, куда-то оно улетело. Прикольно. Весело. Пи. Я тоже сейчас наберу. Пи. Подожди, дай. Я в Яндексе успела зайти. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии. Всем пока, пока. Ой, ты что, что ты вставил? Всем пока.